Четырехстороннее соглашение по развитию студенческого спорта на Южном Урале подписано между Советом ректоров вузов региона, Министерством по физической культуре и спорту и Министерством образования и науки Челябинской области и Российским студенческим спортивным союзом. Это историческое событие, которое позволит нашим студентам, обучающимся в нашем вузе, это и аспиранты, и магистры, и бакалавры, безусловно, пользоваться еще объектами спортивной инфраструктуры Челябинской области. Пользоваться возможностями Министерства физической культуры, дирекции по спортивно-массовой работе в плане командирования, в плане подготовки к тем спортивным состязаниям, которые сейчас проводятся в России, проводятся в мире. Потому что, как вы знаете, что самый чистый, самый правильный спорт – это тот любительский спорт среди студенческого, среди тех любителей, которые продолжают заниматься, но в то же время у них есть основной вид деятельности. Вузы Челябинской области активно участвуют во всероссийских студенческих спортивных мероприятиях, зимних и летних универсиадах, представляют страну на международном уровне. Среди студентов ЮРГУ – олимпийские призеры, чемпионы России и мира. Важно всесторонне поддерживать стремление студентов к развитию в области физкультуры и спорта. Я всегда говорю, что спорт – это лучший вид деятельности, который человечество придумало за все время своего существования, а студенчество – лучшие годы в жизни любого человека. И когда все это соединяется вместе в одно мощное движение, как студенческий спорт, это очень такое позитивное, положительное движение, которое сметает вообще границы между людьми, между вузами, между городами, регионами, странами, континентами и делает наш мир краше, лучше, спокойнее, добрее. ЮРГУ активно развивает студенческий спорт. На базе университета создана уникальная база – дворец спорта и учебно-спортивный комплекс. В их составе специализированные спортивные залы, тренажерные залы, 50-метровый плавательный бассейн олимпийского стандарта и легкоатлетический манеж с 200-метровой дорожкой. Также в нашем университете уже более 70 лет существует хоккейная команда «Политехник». И в 2021 году она стала чемпионом студенческой хоккейной лиги. Челябинская область по праву считается одним из центров развития студенческого хоккея. И команда Южноуральского госуниверситета, она входит в число сильнейших студенческих команд страны. Поэтому проведением таких мероприятий, в том числе и финала четырех, я думаю, что мы активно содействуем повышению числа студентов-хоккеистов, которые занимаются хоккеем на регулярной основе. Отметим, подписанное соглашение лишь укрепит существующее сегодня положение дел, а также откроет перспективы для будущего сотрудничества.